И снова здравствуйте. Эфир Апатского телевидения продолжает русская служба новостей. В результате взрыва боеприпасов на складах Министерства обороны Абхазии в селе Приморском есть жертвы. Это две женщины, отдыхающие из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сегодня журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния. В результате взрыва склада боеприпасов в селе Приморское в среду вечером, к сожалению, не обошлось без жертв. Двоих погибших туристов обнаружили сотрудники МЧС Абхазии в четверг рано утром. Горные спасатели пошли на обследование ближайшей территории, где произошел взрыв, и нашли их. Туристы были на конной прогулке в том направлении, где произошел взрыв. Погибшие туристы из Санкт-Петербурга. Елена Полякова, 1970 года рождения, и Елена Тимофеева, 1962 года рождения. Пострадавшая из Подольска Елена Дмитриева, 1954 года рождения, с переломом руки всю ночь находилась в лесу. О пропавших информация поступила во второй половине дня. Вот как начались взрывы, мы изначально не знали. Была суета. Потом выяснилось, что трое граждан Российской Федерации, которые отдыхали здесь в Сухуми, они не вернулись. Но тогда сразу организовывать поиски было невозможно, потому что кругом были взрывы. Уже к утру, в 6 утра, мы подъехали туда, еще и до сих пор продолжаются взрывы, но не так активнее, как вчера, допустим. Но вот я сейчас оттуда спускаюсь, и еще пока в эту зону входить практически запрещено. Но мы знаем этот квадрат, наши спасатели пошли и сперва обнаружили с Подольска женщину, которая сейчас в республиканской больнице. К великому сожалению, еще двое женщин, которые с Питера, вот, они недалеко от нее были найдены. Мы их привезли сюда, в республиканский морг. Родственники знают, мы сейчас делаем все возможное для того, чтобы быстро организовать отправку. Мы держим связь с родственниками, и тела будут доставлены в Питер. Все эти расходы, связанные с доставкой и так далее, все руководство страны берет на себя. При ликвидации последствий взрыва на складе боеприпасов в Приморском пострадали четверо сотрудников МЧС Абхазии. Взял, лечит хорошо, все хорошо, все отлично. Взял, призыв. При взрыве прямо там стояли метров где-то за 100. МЧС. Кудаутский район. Я там в склад был. В складе, да? Mm-hmm. И какие у вас ранения? Ну, руку сломал, кулак там, сотрясение там, не знаю, так. Как вам здесь ухаживают? Нормально. Все хорошо, у вас все нормально, вы чем нуждаетесь? Да, нормально, все нет. Сейчас как ваше самочувствие? Нормально, так лучше, чем. А вы где находились? Прям в части там. Вы военнослужащий, да? Да. А какие у вас ранения? Голова и ребра. Накануне примерно в 14:30 на складе боеприпасов Министерства обороны Абхазии по неустановленным пока причинам произошел взрыв. По данным, на четверг в результате происшествия пострадали 64 человека. Из них в республиканскую больницу были доставлены 17 пациентов, госпитализировано 8. Наибольшее количество пострадавших было доставлено в Гудаутскую ЦРБ – 44 человека. 7 из них сегодня находятся в стационаре. Остальные после оказания амбулаторной помощи были отпущены домой. В Гагарскую ЦРБ было 3 обращения. После оказания помощи они также были отпущены домой. В больницу Нового Афона обратились двое с легкими ушибами. Один подросток 15 лет был доставлен в республиканскую детскую больницу с ушибами и ссадинами конечностей. Сейчас его состояние стабильное. На утро сегодняшнего дня в стационарах республики находится 16 пациентов. Их состояние расценивается как относительно удовлетворительное и средней степени тяжести. Лечение проводится в полном объеме.
Все необходимое для этого есть. Лекарственные препараты, медицинские расходные материалы. Все врачи были с первой минуты мобилизованы, бригады усилены. Все проводилось в полном объеме. Те пациенты, которых мы транспортировали вчера поздно вечером с Гудаутской ЦРБ, их состояние улучшилось, средней степени тяжести, вот, стабильное. Из числа всех пострадавших трое детей. Вот один из них был госпитализирован, как я сказал, в детскую больницу. Второй ребенок находится в республиканской больнице в нейрохирургическом отделении. Там легкая степень сотрясения головного мозга. И третий ребенок находится в Гудаутской ЦРБ. Все состояния всех детей сегодня стабильное, их, как и всем остальным пациентам, их здоровью и жизни ничего не угрожает. Сейчас на месте происшествия работают саперы, которые проводят мероприятия по поиску не разорвавшихся мини-снарядов. На помощь своим абхазским коллегам пришли российские военные, дислоцирующиеся в Абхазии. Подогнана военная техника, район по-прежнему оцеплен. Военная прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту взрыва. Кроме того, председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать доследственную проверку по данному факту. Назад, назад. А что? Надо? Район склада боеприпасов оцеплен подразделениями Министерства обороны. Министр обороны держит ситуацию под своим личным контролем. С момента происшествия министр обороны лично находится на месте. На местах работают соответствующие службы. Это и инженерные службы, и саперы. Опасности для местного населения нет. Также параллельно проводится детальное расследование происшествия. На сегодняшний момент пока рано говорить о причинах возникновения пожара на складе Министерства обороны. По окончании детального расследования будет выдвинута официальная версия происшествия. К утру четверга люди вернулись в свои дома и устраняют нанесенные взрывом повреждения. Рената Шакая, Ирина Аршпа, Абхазское телевидение. Пострадавшая из Подольска Елена Дмитриева всю ночь находилась в лесу с вывихом плеча, ушибом головы и множеством ран. Сейчас она находится в Сухумской республиканской больнице. Состояние пострадавшей стабильное. По словам Елены Дмитриевой, ей чудом удалось спастись. Мне спас Господь, я могу сказать. Нас сбил взрывная волна. Подлетели мы с лошадями и упали. Лошади рядом, мы рядом. Я увидела горящие. Нет, здесь склады, я же не знала, что там вообще. И испугалась, думаю, что надо обязательно от огня. Я не думала о взрывах. Думаю, надо от огня, сейчас будет пожар, мы сгорим. И лошадь меня может растоптать. Со мной была еще одна девушка, ее звали Лена, обеих звали Лена. Я говорю, Лена, надо вниз. Там обрыв, и надо как-то невменяемо сидела, вот так невменяемо. Я ринулась вниз, там ручей, речка, легла в холодную воду, большой камень, голову за камень. И вот так я там пролежала, наверное, часов до 10. Было темно. Потом я начала... Страшные взрывы были, это нечто. Когда немножко стихли взрывы, меня... Стресс прошел, вот этот, который нечеловеческий, меня стало очень сильно знобить. Я понимала, что я лежу в холодной воде, что долго я так не выдержу. И я подползла чуть повыше под эту. Там устроилась, как смогла, с мхом, ветками. Ну и вот так поковырялась всю ночь.
Просила у Господа спасения. Мне, слава Богу, утром нашли. Я не стала никуда не двигаться. И хорошо, потому что сказали, что там, оказывается, мины везде еще по разбросу. Я сидела на этом месте, понимала, что должны прийти. И я очень рада, что ваш МЧС, я прямо была счастлива. Вот тогда я только первый раз заплакала. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования родным и близким двух российских туристов, погибших в результате взрывов, произошедших на складе боеприпасов Министерства обороны Республики Абхазия 2 августа. В Республике Абхазия с чувством глубокой скорби восприняли известие о трагической гибели двух российских туристов в результате взрывов, произошедших на складе боеприпасов Министерства обороны Республики Абхазия. Народ Республики Абхазия глубоко опечален известием о человеческих жертвах, говорится в частности в тексте соболезнования. В Приморском по-прежнему военные сохраняют оцепление вокруг склада с боеприпасами Министерства обороны Абхазии. Накануне там прогремели взрывы, в результате которых пострадали десятки человек. Насколько пострадали близлежащие дома, как выглядит село сегодня, расскажет Низ Фаршпа. С наступлением утра стала очевидна масштабность произошедшего здесь в среду ЧП. Куда не попадает глаз, повсюду разрушенные дома и строения. Неразорвавшиеся снаряды лежат как на самом пути следования, так и по всей округе. Здесь и противопехотная мина «Лягушка», и крупнокалиберные патроны. В Приморском почти не осталось неповрежденных домов. Первые осколки прилетели сюда, на сероводородный источник. Люди разбегались, куда глаза глядят, забыв о документах и вещах. Здесь, неподалеку от сероводородного источника, как раз расположены дома, в которых отдыхали туристы. В момент, когда раздались взрывы, вот здесь, буквально за этой лесополосой, стали рушиться домики. Здесь на каждом шагу вот такие осколки снарядов и не разорвавшихся мин. Многие отдыхающие уезжают сегодня. Они как можно быстрее стараются покинуть территорию села. Страх пережитого ужаса все еще не покидает их. В Приморском остаются местные жители, которые не могут бросить то немногое, что сохранилось после взрывов. Говорят, и рука не поднимается что-то прибрать. Все еще не могут поверить, что опасность миновала. Это склады еще с советских времен были, да, после окончания войны нашей отечественной. Здесь вот в ангарах были заскладированы вот эти вот снаряды, в общем, и с тех пор они находятся здесь. Новая крыша на этом доме появилась недавно, и хозяйка не могла нарадоваться, что ей удалось собрать деньги на алюминиевое покрытие. Теперь не осталось ничего, ни крыши, ни стен дома, ни живности. Я думаю, война началась. Я потом испугалась, в кухню зашла, а с кухни побежала через окошко, выпрыгнула, а подвал смог. Я залила там подвал туда. И так вот сижу, думаю, ау, один за одним гремит. Ужасно. И вот это все дрожит. Вот это полметра залито бетоном. Я думаю, вот это все пробьет. А в этом доме жильцы появятся, наверное, не скоро. В тот злополучный день хозяева присели за столик, чтобы в полуденную жару немного охладиться стаканчиком пива. После первых же взрывов в этот дом влетели осколки от крупнокалиберных снарядов. Не уцелели ни крыша, ни стены. Вот буквально час назад в администрации района состоялось совещание. Значит, определены члены комиссии. Мы вот сейчас буквально занимаемся, значит, изучаем ситуацию непосредственно на местах, уже какого ущерба, значит, жилья близлежащие от, значит, вот этих вот взрывов, которые происходили непосредственно здесь у нас. Я думаю, сегодня мы завершим эти работы и потом уже будем докладывать, а будут определять общий ущерб, нанесенный населению нашему. С самого утра на месте взрыва работают специалисты разных профилей. Инженерные службы Министерства обороны занимаются обследованием местности на предмет обнаружения взрывчатых веществ, которые в результате взрывной волны могли быть разбросаны на оцепленной территории. Ситуация находится под личным контролем министра обороны генерала армии Мерава Кишмария. Площадка, которую вы видите за моей спиной, совсем недавно была складом боеприпасов Министерства обороны. Вот это дерево, первое, самое густое, практически без веток, там стояло когда-то КПП. Сейчас здесь равнина,
абсолютно сплошная, нет ни единого растения, ни кустарника, ничего. Подходить туда довольно опасно. Пока еще по технике, по правилам безопасности туда подходить нельзя, потому что в любой момент могут разорваться оставшиеся снаряды. В течение нескольких дней военные будут наблюдать за объектом, пока очагов возгорания не наблюдается. Но правило требует сохранять бдительность и ждать несколько дней. Только затем военные приступят к изучению места взрыва. Низ Фаршба, Адам Урджения, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба сегодня провел оперативное совещание с руководителями силовых структур Абхазии. Президент поручил компетентным ведомствам под контролем Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры провести проверку состояния всех военных объектов на территории республики. Глава государства дал поручение Министерству обороны в первую очередь решить вопросы организации вывоза имущества Минобороны, которое осталось после взрыва. На месте происшествия должен быть обеспечен контроль до тех пор, пока оттуда не вывезут все боеприпасы, отметил Рауль Хаджимба. Президент также дал поручение провести проверку всех складов, где хранятся боеприпасы. Глава государства предложил рассмотреть возможность переноса всех военных складов за пределы населенных пунктов. Будет решаться и вопрос уничтожения старых боеприпасов. Что касается зачистки территории на месте происшествия, то в этом нашим военным помогает 7-я российская военная база. Кабинету министров поручено определить суммы нанесенного ущерба. Нам нужно предусмотреть, помимо этой помощи, особенно то, что касается восстановления жилищ, все возможные работы, которые необходимо будет сделать в кратчайшие сроки по пятиэтажке и домам, которые находятся рядом с этими складами. По вопросу безопасности туристических маршрутов. Как может туристическая тропа проходить в 10 метрах от склада? И кто дал разрешение на проведение вот такого рода мероприятия? Все, я еще раз говорю, все виновные должны быть наказаны. Премьер-министр Беслан Барцыц доложил главе государства об итогах заседания государственной комиссии, которая была создана по распоряжению президента Рауля Хаджимба. По размещению отдыхающих, те лица, туристы, которые были размещены в тех домах, которые пострадали. Вчера администрацией Гудаутского района было организовано место компактного их размещения в одном из отелей города Гудаута. Все, кто изъявил желание, были размещены. Их оказалось 16 человек. На данный момент 14 человек продолжают там оставаться. Никто из тех, кто размещен, не изъявил желание прерывать свой отпуск и покинуть территорию Абхазии. Генеральный прокурор страны отметил, что были допрошены все очевидцы данного происшествия и непосредственно те, кто находились на данном объекте и занимались ремонтными работами. Был проведен огромный объем работы. Но в настоящее время мы осмотр места происшествия произвести не можем, так как безопасность там, должны пройти определенные работы, связанные с разминированием и всеми другими вопросами, которые позволят нам быть на месте происшествия и назначить необходимые экспертизы для выяснения причин возгорания и взрывов на данном объекте. Министр внутренних дел Аслан Кубахия поблагодарил 7-ю военную базу и местных жителей за оказанную сложную помощь в день происшествия. Во время взрыва, этого огромного взрыва, перед взрывом, вернее, на территории базы отдыха, вот это где Северодрон, около 200 туристов находилось. Там не сразу произошел этот взрыв. Там мелкие взрывы сперва пошли. И благодаря первым долгам работников этой базы, соседей, ближайших людей, они буквально на руках выносили туристов оттуда. Выполняем поручения, отданные нам Генеральной прокуратурой, Военной прокуратурой. Сейчас соответствующим подразделением Службы государственной безопасности проводится проверка, как вы сказали, всех складов. А также поднимаются материалы по ранее проведенным проверкам, которые будут доложены уже в Генеральную прокуратуру. В Министерстве обороны Абхазии создана внутренняя комиссия, члены которой работают непосредственно на местах взрыва боеприпасов. Буквально в течение нескольких дней вся территория будет защищена. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. В целях ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, связанного с взрывами на складе боеприпасов Министерства обороны Республики Абхазия, произошедшего в селе Приморское Гудаутского района, и определения нанесенного ущерба пострадавшим, распоряжением президента Рауля Хаджимба создана государственная комиссия под председательством премьер-министра Беслана Барцыц. Сегодня в администрации Гудаутского района прошло заседание госкомиссии. Репортаж Ирины Ашпа.
Открывая заседание, премьер-министр Беслан Барцец отметил, что всем пострадавшим при чрезвычайном происшествии в селе Приморское 2 августа будет выплачена компенсация. Это касается как граждан Абхазии, так и граждан Российской Федерации. Хочу заявить, что всем пострадавшим в результате этого чрезвычайного происшествия будет оказана соответствующая помощь материальная. Государство не останется на стороне. Каждый пострадавший получит компенсационные выплаты и поддержку. Это касается и граждан Республики Абхазии, жителей этого села, которые очень серьезно пострадали, частные домовладения, а также наши гости и туристы. Все пострадавшие получат соответствующую помощь и поддержку. Что касается трагической ситуации, связанной со смертью туристов, все расходы, связанные с отправкой тел погибших на родину, всю эту работу мы уже проводим, все расходы, связанные с этим, также правительство берет на себя. Помимо этого, уже определен размер компенсации в отношении семей погибших туристов. На заседании комиссии присутствовали представители посольства России в Абхазии. Консул Валерий Громушкин поблагодарил руководство Абхазии и лично министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квитиня за своевременную и достоверную информацию. Глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария сообщил, что на данный момент 14 россиян, которые отдыхали в частном секторе недалеко от места происшествия и жилье которых пострадало, размещены в гостинице «Апсны» в Гудауте, где они продолжают свой отдых. Также силами района будут отремонтированы автомобили россиян, пострадавшие во время взрывов. Питание, проживание, все это район берет на себя. Более того, если люди, которые хотят еще дольше остаться, мы их всех будем размещать. Со всеми ведется работа. Есть гражданка Украины, которая сегодня не смогла вылететь. Я думаю, мы вопрос тоже решим положительно. То есть работа идет. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квитиня проинформировал о ситуации с погибшими гражданами России. Сейчас решаются вопросы организации доставки тел погибших на родину. Министр здравоохранения Томас Тахнакия сообщил членам комиссии о состоянии здоровья всех пострадавших, которые находятся в стационаре. Из числа россиян в больницах на данный момент 7. 3 в Гудауте, 4 в Сухуми. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. По словам главы администрации села Приморская Анзора Сакания, по предварительным подсчетам пострадало около 50 частных домов, а также многоэтажный дом, в котором 70 квартир. Практически все они разрушены. По окончании заседания представители посольства Российской Федерации побывали в гостинице «Апсны», где размещены отдыхающие из села Приморская. У вас есть какие-нибудь пожелания там к посольству России, что-то, какая-то помощь нужна? Родственники в теме? Конечно, сразу. Вы связались, да, все нормально? Конечно, да. Сразу по телефону. Документы, деньги, все? Все, документы. Да, МЧС нас проводила, и мы с этого взяли. Когда вы отъезжаете? Павел, мы так и останемся, у нас билеты на 18 августа. Нет, я как понимаю, что у вас есть билеты, вы остаетесь до 18 августа. Да, и мы остаемся. Хорошо. У нас здесь устроили нормально все, и у нас даже никаких нет претензий. Как выяснилось, двое граждан России, Мороз, Галина и Елена, потеряли документы. И российское посольство займется вопросом выдачи им временных паспортов. Российский консул Валерий Громушкин также посетил пострадавших россиян в Гудаутской больнице. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Сотрудники отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов и химически активных веществ Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии обнаружили десятки мин и боеприпасов в частных домовладениях, расположенных в селе Приморское Гудаутского района. По словам жителей села, неразорвавшиеся снаряды и мины залетели к ним на приусадебные участки в результате взрыва на складе боеприпасов Министерства обороны Республики. В течение дня сотрудники МЧС обнаружили сотни боеприпасов, осколочные заградительные мины, противоохотные осколочные, противопехотные осколочные мины, танковые снаряды, боеприпасы к зенитным установкам. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии настоятельно просит всех жителей близлежащих сел быть бдительными. В случае обнаружения взрывоопасных или иных подозрительных предметов немедленно обращаться в МЧС. До приезда спасателей категорически запрещается трогать, двигать, перемещать или предпринимать какие-либо действия с неизвестными предметами. Звонить по телефонам 226 30 49 911 001 112.
Как было уже сказано выше, по факту взрыва в селе Приморское Гудаутского района на складе ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Республики Абхазия военной прокуратурой Абхазии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 Уголовного кодекса Республики Абхазия, нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность на для окружающих, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. В целях оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на складах боеприпасов Минобороны Абхазии по решению командования Южного военного округа создана оперативная группа общей численностью более 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Кроме того, для изучения обстановки в районе инцидента, ее анализа и принятия решения на применение сил и средств от российской военной базы задействованы беспилотные летательные аппараты. К другим темам. С момента окончания Великой Отечественной войны прошло более 7 десятков лет. Однако еще не все воины-защитники Родины обрели заслуженный вечный покой. В июле прошлого года в окрестностях Санчарского перевала были обнаружены останки 33 советских солдат, которые погибли в октябре 1942 года при попытке штурма перевала. И вот спустя 75 лет герои были торжественно преданы земле. Чтобы почтить память погибших защитников Отечества, высокогорье Горное село Псху поднялся президент Абхазии Рауль Хаджимба, депутаты парламента, представители общественности, молодежь. Долгое время судьба 33 солдат 66-го и 307-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии 46-й армии Закавказского фронта оставалась неизвестной. Военнослужащим обеих воевавших сторон выдавались медальоны или личные опознавательные знаки, по которым похоронные команды и штабы должны были определять биографические данные военнослужащего и его принадлежность к определенной войсковой единице. Среди останков 33 солдат было обнаружено два таких медальона. Один из них удалось раскрыть и прочитать. И вот спустя 75 лет останки советских бойцов Закавказского фронта, героически сражавшихся за свободу Родины, с почестями преданы высокогорной земле в селе Псху. Более 75 лет прошло со времени этих сложнейших боев за Кавказ. На перевалах Кавказа сложили тысячи и тысячи людей свои головы. Сегодня здесь мы предаем земле останки 33 солдат советской армии. Я глубоко благодарен всем тем, кто принимал участие в поиске и тех мероприятий, которые были проведены за весь этот период. Это представители поисковых групп Абхазии и России сделали важное дело. Каждый солдат должен быть предан земле. Среди защитников Родины, павших смертью храбрых у подножья Санчарского перевала, оказались и двое абхазских бойцов – Ажиба и Куция, 1907 и 1914 годов рождения. На голые в буквальном смысле кости неупокоившихся солдат случайно наткнулись охотники. На скалах среди камней 33 бойца Закавказского фронта пролежали более 70 лет. Руководитель Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Санчара. Высокогорный фронт 2017» Николай Медвенский рассказал о том, что экспедиция лишь исполнила маленькую толику необъятного долга. Он выразил надежду, что работа по обнаружению и преданию земле павших героев Великой войны будет продолжена. Великая Отечественная война закончилась 72 года тому назад. Но эхо ее, к сожалению, еще долгие годы будет беспокоить ныне живущих, а, пожалуй, что и будущие поколения тоже. И сегодняшнее событие тому является наглядным примером. 33 солдата и офицера 66-го и 307-го стрелковых полков 61-й стрелковой дивизии 46-й армии Закавказского фронта, которые погибли
15 октября 1942 года при попытке штурма Санчарского перевала. Сегодня были преданы земле. Вместе с президентом Раулем Хаджим бы отдать дань памяти советским солдатам, погибшим на подступах к Кавказу, на высокогорье поднялись депутаты парламента, представители администрации Сухумского района, общественные деятели. В этот день вспоминали тяжелые годы Великой Отечественной войны, подвиги всех тех, кто отстоял свободу Родины ценой собственной жизни. Более 55 тысяч жителей Абхазии ушли на фронт, более 17 тысяч не вернулось с полей сражения. 22 гражданам Абхазии присвоено высокое звание Герой Советского Союза. С 41 по 45 прошел войну, он здесь воевал. И он рассказывал, как это все было. Вот, как их десантом выбрасывали, не пойми куда, на неподготовленную территорию, на территорию противника. И были колоссальные потери. Но за счет мужества, терпения, все-таки немцы выбили, победили. И вот великое дело сделали ребята, поисковики. Великое дело сделала администрация, что помогла в этом плане. Великое дело сделали мы, что захоронили этих людей. Спустя 7 десятков лет души героически погибших за свободу Кавказа солдат наконец обрели долгожданный покой. На Алакове, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Начались ремонтно-восстановительные работы на 9 оползневых участках автотрассы Сухум-Псо. Работы проводятся госкомпанией «Абхазавтодор» совместно с российской строительной компанией «Градстрой». Из-за ливневых дождей, обрушившихся на республику, в районе села Ишера выявлено 3 наиболее опасных участка дороги. Во время сильных дождей потоки воды смывают оргалит, находящийся в почве. Этот процесс способствует появлению оползней. Чтобы предотвратить дальнейшее движение почвы и разрушение автотрассы, было принято решение об укреплении опасных участков подпорными стенами. Работы ведутся по инвестиционной программе. На 2017 год запланировано 9 у нас участков, 3 в Гагрском районе, 3 в Гудаутском и 3 вот в Сухумском районе, этот участок Верхней Шеры. Значит, на все 3 подпорные стены порядка 39 миллионов рублей сметной стоимости. На данном участке где-то более 11 миллионов. Работают очень доброкачественно и профессионально. Протяженность одного из разрушившихся участков 82 метра в длину и глубиной в 2,5 метра. Здесь строители планируют просверлить почву глубиной в 7 метров и погрузить сваи, а затем залить бетоном. Позже вместо старых подпорных стен, которым уже более 50 лет, будут возведены новые. Протяженность второго участка 60 метров. Здесь также будет выполнена аналогичная работа, как и на первом разрушенном участке. Ремонтно-восстановительные работы автотрассы Сухум-Псо проводит российская строительная компания «Градстрой». На данном участке ведутся земляные работы с целью понижения до проектных отметок. В последующем, после проведение земляных работ, мы приступим к проведению бетонных работ и закреплению данного участка. Ремонтно-восстановительные работы 9 участков автотрассы Сухум-Псо планируется завершить до конца нынешнего года. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В конце выпуска прогноз погоды. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 24-27, днем 29-32 тепла. Температура морской воды плюс 28. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.